Друзья, всем привет, вы смотрите новый дневник. Ты слышишь? Фаната. Слышишь? Пока нет. А вы слышите? Нет? Самара городов. Что там? Погнали в Самару. Мы едем в Самару. Что бы ни случилось, мы всегда, всегда рядом с командой. Разводик начался, ребята. Заметки поехавшего. Подъедалы. А это, наверное, эксклюзив небольшой. В некотором роде, да. Друзья, ну что, мы в Самаре. Наши кореша из компании Делимобиль подогнали нам тачку. Но подгончик есть не только для нас, но и для вас тоже. Промокод Дневник Фаната, 500 рублей получаете. Ну а мы, короче, погнали в город. Самара немного прохладная, посмотрим, что будет там. Актуальная тема для разговора. Актуальная тема – это концовка сезона. Бардак в «Спартаке». Мы сюда приехали в Самару, потому что, несмотря ни на что, мы за этой командой ездим. Многие писали, мы вот в Инстаграм с тобой выложили, выложили видос там 10-го года, с 11-го, «Спартак Жилина» в Лужниках. Твое мнение? Что мешает сейчас шизить так же, как шизили раньше? Слушай, да много факторов на самом деле, почему так. Какая-то разрозненность трибуны в плане понимания того, как надо шизить, что надо шизить. Времена меняются, как они менялись, например, для парней, которые дико вспоминают там Запад Б, да, там на Локомотиве. Для парней, которые вспоминают сектор Б5, потом начинают вспоминать сектор Б8. Сейчас у нас уже давно наш стадион. Вот, и все равно кто-то что-то вспоминает, как раньше было круто. Надо жить сегодняшним днем и работать с тем, что есть сейчас. То есть нужно для людей, которые приходят на стадион там 17-18 лет, доносить эту информацию. Просто многие приходят для того, чтобы постоять, сделать селфи, отметиться, там, зачекиниться на стадионе и кому-то потом рассказать, вот я там сходил на футбол. То есть если раньше действительно народ приходил за ворота для того, чтобы пошизить, попить и как следует угореть, то сейчас народ приходит на футбол как на какое-то мероприятие. Вот. Мы надеемся, что в межсезонье все, кто хочет поддерживать команду, придут к какому-то общему знаменателю. И... Давай перебьемся кадрами. Перебьемся мы с Лигой Чемпионов. Покажем, что было раньше, как сектор жил, как сектор поддерживал команду, несмотря ни на что. Пару кадров с того времени. Вернемся в Самару и продолжим наш выезд. Ты не против? Начинай. Я переключаю.
57 рублей вместо 1200 на такси. 500 рублей, девчонки, можно получить. Каршеринг, дневник фаната. Каршеринг, дневник фаната, бля. Откуда у вас машина? У них есть машина. У нас есть каршеринг. 11 городов, где вы можете воспользоваться каршерингом Делимобиль. В том числе есть города, где играют великие и могучие. У меня есть куртка и шорты. В Самаре очень холодно. Несмотря на то, что город южный. Короче, мы переодеваемся. Для вас это буквально щелчок. Для нас несколько часов, но мы уже в городе. А раньше я жила, не знала, что такое кокушки. Ага, пришло время, застучали. Это КБ Ухту. Парни, привет. Скажите, пацаны, как добрались? Отлично добрались. Ветерком по России. Больше 1500 километров прогнали. Сутки ехали. Кто нас заставляет гонять на выезда, переживать за команду? Самое первое. Это вот туда вот объясняю. Любовь в команде, любовь в команде. Любовь в команде. Преданность. Что бы ни случилось, мы всегда, всегда рядом с командой. Вот ну а все. Второе, чтобы чудить. Ой, КБ! Не КБ Чувашия, ну просто Чувашия. Парни из Чувашии. Самара город хороший, все нормально, ну добираться далеко. Вас отогнали куда-то, ну это в принципе преодолимо. Какой прогноз, парни, самое главное? Что думаете? Ну я думаю, мы обязательно должны победить. Приветики своим. Всем привет, парни. Всем Чебоксар привет. Чебоксар привет, вся Россия привет, все Красно-Белым. Вся Россия, вся Москва. Ну, а УКБ сама, сами. Никого. Все, давай. Все, мужики, давайте, пятачулю. Прогонник начался, ребятки. Бежим, бежим, бежим. С тобой мы победим! Спартак Москва! Спартак Москва! Ты только борись за медали! Спартак! 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 Тути, давайте! Массимо Каррера! А тути, давайте! Массимо Каррера! Держи! А тути, давайте! Массимо Каррера! А тути! Заметки поехавшего. Подъедало. А это, наверное, эксклюзив небольшой. В некотором роде, да. Ты мне расскажи, 500 выездов за «Спартак» плюс сборная, это очень много, на самом деле, это маленькая жизнь какая-то. Что, чем ты, так скажем, думаешь, когда мотаешься на выезда и поддерживаешь свою команду? Ну, я скажу так, что все-таки 500 выездов это у меня вместе со сборной, 27 за сборную, и на данный момент 474-й за «Спартак». Футбол, хоккей. С какого года ты начал выезжать? С 2006-го. В 2006-м у меня году был первый выезд, потому что, по идее, я должен был поехать по всем раскладам в 2001-м, но так получилось, что тогда я взял небольшую паузу, ушел, так сказать, с сектора на несколько лет, но в 2006-м вернулся. Всерьез и надолго. Слушай, ну с 2006 года получается, что ты, по сути, не пропускал практически матчи и выезда «Спартака». Если брать матчи основы, то с 2006 я пропустил, ну, наверное, 15, может быть, 20 официальных матчей. Потому что на трибуне я с 98 года, то есть я застал еще все те времена, всю ту поддержку, флинтовскую, если хотите, потому что тогда все было сосредоточено вокруг них. Тогда люди
ездили и поддерживали команду для души. Сейчас, наверное, ввиду того, что проблемы в клубе, поэтому, возможно, имеются какие-то проблемы на трибуне. Но, тем не менее, друзья мои, не надо забывать, что как бы там ни происходило в клубе, как бы там ни было паршиво, хреново и так далее, но помните то, что люди в команде, в клубе, футболисты, генеральные директора и прочие – это временщики в нашем клубе зачастую. Они приходят и уходят, а мы, фанаты, мы остаемся всерьез и надолго, особенно те, которые посвятили жизнь этому делу. Сейчас ходить на стадион стало модным, и, соответственно, на трибунах, на стадионе появилось очень много случайных людей, которые приходят, ну, потому что это круто, это модно, это престижно и так далее. Нужно воспитывать соответствующую молодежь. Тем людям, которые ходят, не имеющим отношения к каким-то инициативным группам и так далее, с ними тоже нужно вести работу, показывать, рассказывать, как себя нужно вести на трибуне и что мы вообще здесь делаем. Топ первый выезд тебе сегодня, я тебя с чем поздравляю, получается, я тебя так. С Васей, так скажем, от проекта Дневника Фанта тебя респектуем, ребят. Благодарю. Кто не подпишется на заметки поехавшего подъедалы, тот будет просто забанен. Конечно же, мы шутим. Конечно, ссылочка, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на нашего дружища. Любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». А 501 выезд – это все ерунда. После 500 жизнь только начинается. Все, парни, мы на футбол, мы на мячик. Закрывай камеру. Друзья, мы хотели бы аплодисменты эти. Именно для этого человека сказать спасибо Саше Самедову, который замутил нам вот такие вот аккредитации, которые нам дали возможность сегодня снимать часть контента с бровки поля. Вот, за моей спиной фанатская трибуна «Спартака». А также сегодня в стиле 90-х, сделай табло, в стиле 90-х проходит сегодня организация матча, какие-то сопутствующие всякие истории. Вы помните, в Ростове была «Игра престолов». Саша Самедову респект. Мы сегодня на бровке поля будем снимать ШИЗУ, будем снимать все происходящее на нашем секторе, на нашей трибуне. Ну и будем гнать команду вперед. Смотрите далее. Находите волю и давайте кашизите, блядь. За вас никто это делать не будет, блядь. Друзья, ну что, закончился футбол в Самаре 2-1. Победа, наконец-таки. Белые ходоки приехали в Самару победили, за победой. Победили! Вот. К сожалению, белых ходоков уже нет, если вы «Игру престолов» смотрели. Но наши белые ходоки едут, красно-белые ходоки, в едут в Европу.